Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Михаила и победителя в конкурсе Пират часть 3, на котором я обещал победителю пак. Вот я забрал пак. Сегодня у нас базарщик и довольно-таки неплохой. Но первый приз такой себе. Самоуничтожение. Не знаю, зачем они его вообще сюда впихнули, кому оно надо. Ну, есть дракон. В принципе, за 400 рублей неплохо, даже можно скин собрать. Так, тут у нас исцеление, можно стрелка собрать, тоже в принципе неплохо. Так, тут у нас камни идут, рибет, который нафиг никому не надо, коробки, сумки огнекрыла вторые, тоже в принципе неплохо. Ну и вот основной пак, третья карта, с которой можно получить вот таких вот героев. Бог войны, отлично. Самое основное — это пятый сет ремки, опять продается сундук замка второй. Здесь можно грубую силу огнекрыл, то есть огнекрыл стоит 10 паков. Если так смотреть по осколкам, 20-ка — это вообще супер. Пока есть возможность, у кого есть возможность, забирайте сразу. Так, отлично, поехали, посмотрим его аккаунт, что у него есть, чего у него нет. Так, череп, ну, неплохо. Гаргул, хорошо. Анубис, интересное решение, но я бы все-таки ждал бастион бог войны, хотя в принципе этого тоже хватит. Афинка, воодушевление, неплохо. Тыковка, надо делать. Купидончик вот такой вот с воодушевлением. Ну, аккаунт молодой. Ара. Так, малышник. Хранитель. Рину. Неплохо. Седна есть. Валька с пятой ремочкой. Отлично. Так, еще одна тыковка. Триан, череп. Гаргул с пятой ремкой выпал даже. Неплохо, неплохо. И все. Да, видите, аккаунт молодой. Так, что тут еще есть? Сундук лабиринта. Да, аккаунт очень молодой. Забираем яйца. Так, отлично. Ну что, открываем плюшки и пойдем ролить. Сейчас посмотрим, что там у нас еще за акции сегодня есть. Ну, так вот, неплохо, в принципе, пятый сет ремки для начального аккаунта. Так, открыть сундук. Таланты, фестиваль фейерверков. Сейчас посмотрим. Так, 28 попыток. Забираем все. Еще дополнительно самики будут. Так, 300 самов. Интересно, полторушка упадет или нет? Очень часто раньше падала. Ну, даже 600 самов. Неплохой бонус уже. Герои здесь не очень часто падают, но в основном вот с этих золотых сундуков можно нормально получить вот 300 самиков, самов поднять. Там было сколько у нас, 26, и сейчас посмотрим, сколько будет. Вот Влад Дракула есть. Ну, не особо имбовый герой, но вроде как его я не видел. Так, еще 300. Ну, 150. Еще. Так, отлично. Идем в фейерверки, откроем.
Так, давайте по 5 сразу. Камень клятвы, в принципе, неплохо. Да ему все неплохо. Легендарное яйцо. На таком аккаунте все надо. Так, отлично. Ну, где-то 1000. Сколько там было? 26. 4000. Бонусом пришло. Так, отлично. Поехали открывать все. Так, это у него КГшки. Бог войны. Сейчас определим, кому. Так, сундучок. Ну, 10 рун. Тоже неплохо. Топовые сундуки. Вот еще десяточка. И также нормально синих кристаллов ему привалило. Просто отлично. Так, 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 так. Яйцо открываем. Ну, 5-й сотремки. На Купидона того же. Будет намного все проще у него. Так, отлично. Ну что, поехали. Кого бы отсюда вытащить? Неплохо было бы и Бигфута, и Фрею. Афина у него уже есть. Но сейчас упадет Повелитель Бури. Блять, заклинательница. Ну, как обычно. Когда не надо, падает всякое говнище. Так, отлично. Все, в принципе, с этим разобрались. Поехали рыльть. 30к. Неплохо было бы. Так, а ну-ка еще раз быстренько алтарь пересмотрю. Ворожай нужен очень. Да до хрена героя надо. Окей, поехали. 450. Ну. И. Трах тебе дох. Трах тебе дох, что-то не работает сегодня. Паладин. Рино. В принципе, неплохо. Рино, повторочка. Отлично. Блять, еще один Рино. Да это какой-то, блядь, троллинг, что ли. Рино, Рино. Нахрена ему столько Рино? Ну, как повторки, единственный вариант. Отлично, поехали. Поехали дальше. Блядь, сука. Да вы чё, блядь, стебётесь надо мной, что ли, блядь? Это чё такое? Рино X3, блядь. Блять, это пиздец. О! Одержимый. Пойдет. Отлично. Ну, блять, с Рино это, конечно, ребята. Поставьте лайк, поддержите пацана. Так. Рино уже были. Я надеюсь, уже все. Череп. В принципе, тоже неплохо. Или на повторку, или нового качнет. Ну... Где? Где вы? Блять, ниндзя. Кому этот ниндзя нужен? Влад Дракула. Сейчас бы сюда ворожая. Хранитель повторочка. Тоже неплохо. Так, ну. Арашмара. Ну, в принципе, у него есть, как повторка сэкономили. Тут любая лего в плюс. Но что-то они как-то сегодня... Дед Мороз. Красный нос, борода из ваты. Бог Грома. Нахрена здесь Бог Грома? Не знаю. Ну, походу, все. Кенди и сердцеедка в конце. Вот так вот. Так, ну, смотрим. Дед Мороз. Борода из ваты. Так, отлично, открываем. Одержимый открываем. Сердцеедка открываем. Блин, Рино, конечно, это жесть просто. 3 Рино подряд.
Так. Ара на повторку. Грома череп. Ну, такое себе. Так, у нас есть бог войны. Бог войны. На Анубисе скина нету. Малыш Ник как вариант. Ну, я даже не знаю, если он его использует. Седна смысла нету. Дед Мороз тоже, в принципе, неохота тратить такой талантик. Вариант есть одержимый на подземке. Сердцеедки тоже нафиг не надо. Одержимый на подземке. Что у него по подземках вообще здесь пройдено? Неплохо, неплохо. Жестокие кошмарки начал проходить. Что за кошмарка? Ну, даже не знаю. В принципе, я оставлю ему бог войны, но я бы, он посмотрит уже видосик на его месте. Малышу Нику, ну, как бы смысла не вижу тратить. Для подземок это одержимый однозначно ему, либо же Анубису, но он уже тут начал качать ожог, с ожогом тоже Анубис хорош, но все-таки с богом войны лучше хотя бы иметь его на аккаунте, потом уже второго там когда-то будет, либо вторым талантом, если когда-то скин дадут. Потому что, ну, на подземках ожог не особо, на PvP локациях, да, ну, тут, так как тут героев не особо много, и проходить, то есть тут варианта два, либо у Анубиса менять, либо, ну, можно, в принципе, малышу Нику поставить, ну, такое себе будет. Это чисто и под Минотавра, под БГ. А одержимый, в принципе, неплохо будет заходить, если тем более его потом прокачать, то будет неплохо. Вот так вот, ребята, идет четвертый пират, призер будет на выходных. Все, поздравляем пацана, мы свои условия выполнили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем пока.